Амичи голосуют за появление площадки для выгула собак в парке 30-летия ВЛКСМ. Сегодня итоги интернет-опроса подвели кинологи. Они тоже выступают за это место. Однако директор парка указывает, что территорию огородят. Он готов предоставить сразу три места рядом со входами. Я говорю, да, площадки в парке. Но на сегодняшний день не в глубине парка, а вот так, как говорили жители. Где-то со входа ее нужно делать. Сразу зашел на парк, и у тебя есть возможность ее выгулять. Вот тогда решаются проблемы физиологии собаки, которая не будет ждать, пока дойдешь. Собаководы считают, что площадки послужат и для дрессировки, и для выгула. Но даже там, за забором, владельцы собак должны убирать за питомцами. Все будет зависеть только от сознательности каждого владельца. Вот, наверное, наша задача и довести до каждого своим примером, что можно делать и убирать за собакой, можно и вести ее на поводке, и можно использовать намордник. Место предоставляет парк, его согласовывают с мэрией, а площадку за свой счет возводят кинологи и собаководы. И по такой схеме площадка для выгула появилась ранее в парке «Зеленый остров».